Но вот Путин свое угрюмое лицо решил не показывать. У него вообще-то все по плану, поэтому ему не страшно. Главный биограф Путина на этой неделе заявил, что президент РФ не придал значения пролетевшему мимо купола Кремля дрону. Мол, как заявил глава РФ, ничего в этом дроне особенного. Сделан он из проволоки и современных материалов. Гениальный ответ главнокомандующего сверхдержавы. А главное, все же понятно. Они понятны, непонятно. Да, кстати говоря, понятно. Хотел сказать, непонятно, как их преодолевать, но и это понятно. Но нужно только общее понимание. Я тут уже нашла лозунг его предвыборной кампании в 24-м. Провтыкал Кремль, провтыкаю СВО, провтыкаю Россию. Всем все понятно. Явка гарантируема.